На олимпийском уроке в одной из подольских школ побывала первый заместитель председателя правительства Московской области Лидия Антонова. Такие уроки проходят в канун Олимпиады. В каждом классе ребята рисуют, готовят доклады, пишут сочинения. На мониторах и школьных досках олимпийская символика. А на большом экране актового зала презентация обо всех олимпийских играх. Фото и видеоматериалы, для которых собирали учителя вместе со своими учениками. И это для разогрева. И как только Олимпиада стартует, школьники обещают стать самыми азартными болельщиками. Ну и, разумеется, конечно же, за наших. Я пожелал нашим спортсменам победы, побольше медалей и много очень призовых мест. В Подольске более 70% школьников занимаются спортом. Для этого в городе работает более 200 спортивных сооружений. В этом году будет построен еще один современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Всего в ближайшее время в Московской области планируется построить 50 фоков. Подмосковные спортсмены еще не раз проявят себя на соревнованиях самого высокого уровня. Олимпиада и победа начинаются здесь, то есть начинаются со школьного двора, начинаются с занятий спортом в семье. Поэтому мы можем сказать, что если каждый второй школьник Московской области занимается в той или иной школьной команде, вот, то в Подольске это уже более 70% детей, которые охвачены вот таким внешкольным спортом. Я говорю о детях, которые занимаются любительским спортом.